В Индии приближается один из самых важнейших и красочных праздников – фестиваль, посвященный Ганеше. Это почитаемый индийский бог мудрости и изобилия, изображаемый с головой слона. Обычно тысячи верующих совершают поклонение статуям божества, поднося фрукты, цветы и сладости. Проходят шествия и красочные церемонии. А в некоторых частях страны изображения Ганеши делают из глины. После молитв и церемоний эти статуи погружают в озера, реки и другие водоемы. И хотя такие ритуалы в штатах Тамилнад, Андхра-Прадеш и Гоа проводятся ежегодно уже много лет, в последнее время они стали все ощутимее сказываться на окружающей среде. Все дело в том, что в последние годы, чтобы сэкономить, для изготовления статуи и красок стали использовать не природные материалы, такие как глина, а искусственные. Это означает, что статуи не растворяются в воде, а химические вещества приводят к масштабным загрязнениям. Захламленными оказываются и берега рек, куда после фестиваля прибивают сотни подобных статуй. В этом году власти страны поддержали инициативу по переходу на изначальные природные материалы. Ее подхватили и мастера из города Коимбатур. В этот раз они обещают, что все статуи растворятся в воде и, как они верят, завершат цикл циркуляции материи в природе.